No. Можете, Трэш, с Андрея привести этих драконов маленьких, этих двух упырей. Там есть охотничьи лодки тут. Охотник, походу, АФКшит. Ладно, арти драконов, я сейчас минутку тоже отойду. Почему бой? А, все.
Так, дракона убили, давайте там подходите АФКшащие. Да, пятая пати хилы, остальные все спекайтесь. У вас и хила спекайся. Там Рочестер, Черечок, Катапульта, а буль подходите. Обновите все полобав, пожалуйста. Сейчас подойдут, будем обновлять. Так, давайте бафы, Черечок, подходи. Дайте шкаф. Лапу, наверное, надо еще. Я смотрю, у вас совы нормальные нету, может, не с собой зайти? Давай. Сейчас намазу разведу Ваня. Не-не, сейчас будем убивать уже. Так, дайте по друидам бафы, по тактике. Все глыбы на второй фазе под босса несем. Таком освобожденка хлопнули и ничего не стакаем, с рейда убегать не надо. Мирики скажу, если будет освобожденка на хера, сколько вам стаков набирать. Так, ну вроде все, кто на бомбах тухнет. ГП получает, толчат, минус кроу. Как обычно. Давайте чек на фул. Как куб по друидам, дайте, пожалуйста. Приста бафа нет. Поставьте мамонта, пожалуйста. Дайте каску по друидам. Лап по магам. Блин. На пульте только хорошо, моля. А ну твой МТ? Да. Ой, часы второго. Так, Мазур готов, Рочестер. Монарх тут. Кулак по магам. Нету. Дайте кулак по магам. Олег, ты тут? Олег, монарх. Да. Давайте, все готовы, спускаемся, кирим рейд, дайте на пулы на войда. Давайте, два на пула на медведя, сколько там контов, рох. Нормально, милики можете бить. Давайте, готовьте, сейчас притяжка будет, 2 секунды надо будет бегать. Давайте, притяжка. Бежим. Дота эти ну, сейчас будет взлетка. Давайте, метки вниз, стоит наверх. Никто не уцелеет. Давайте, метки вниз ушли. Далеко не отходим от меток, за которые прячемся, не бьем. Бейте точно, без дот, печеньку не бейте, с левой стороны падает. Бейте центральные, центральную, дальнюю и ближние центральные бейте, справа падает, без кого, без крепов. Печеньку не бейте. С правой стороны падает. Печеньку новую не бейте. Играйте по правому склепу. Правый склеп бейте.
Блять, разбили. Блять, ну вы долбоёбы что ли? Разбивайте слева быстрее. Так. Червячок, рез свои. Мазура, масса, рез свои. Так, кого там рез? Да, рез обедолома. Не разрыв интернета. Найдите папу, пожалуйста. Дайте там пристабав, каску, лапу, потом все равно ничего не делает пока. Давайте, притяжка сейчас будет, готовьтесь. Не бежим. Хилы, служенка нормально, хильте этого друида, танка. Дота, Синру сейчас будет взлетка. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Метки не бейте так сильно, как сейчас били. Давайте, метки вниз ушли. Бейте точно, без дот. Печеньку, за которую прячемся, не бейте. Печеньку не бейте. Слева далеко падает. Между склеп с левой стороны. Печеньку вообще не трогать, там двойная метка. Бейте с правой стороны метки. Слева падает. Все, стоп, по меткам метки не бить. Слева, справа падает. По центру последняя. Протопал поймаешь. Разбивайте. А, потом изберешь Синдру. После притяжки. Ой. Давайте, нормально, сейчас фаза пойдет. Не, еще не пойдет. Пейте Синдру, будет притяжка еще одна. Давайте, притяжка и фаза будет. Бежим. Давайте, фаза пошла, все под босса носим. Смотрим на кометка, под босса неси. Бедолом под босса, раз, два, пять хилов, освобожден, камерики, стоп, МТПС. Так, я выхожу, хилю. РДД, аккуратно, вообще не стакайте. Альпич, давай гимн на ХП. Следующий под босса будет притяжка. Альпич и Уси, только мы с тобой хилим. Болдрейн под босса, прожмись, прожмись. Прячемся, будет притяжка. Скидываем стаки. Беги, малышка, беги! Давайте, скидывайте следующую под босса. Не так, под босса. Я не приз под босса. Прям так развивайте быстро метки. Следующий под босса несем. Все под босса несем. И катапульта под босса, ушли мирики. Следующий тоже под босса несем. Альпич под босса. Блин, опять 4 хила освобожденка. Ладно, давай. Давайте разбивать следующие под босса. Уси, хилишь со мной. Рейд ничего не стакает. Под босса следующего. Дайте гимну на КП, мазу под босса, прожмися. Не бейте, притяжка, притяжка. Беги, малышка, беги. Ничего не стакает, рейд. Под босса следующего. Так. Под босса, на ком там, не вижу, на ком, метка в рейде, отошли от рейда. Скидывайте стаки, разбивайте следующий под босса. Слава, риснешь, Абуля, когда у них будет танчить, портофал, давай, забирай следующий под босса, дайте каплю, на здание прожмись. Один хил хилит.
Разбивайте. Портофал там забирай. Следующий подбосса. Слава подбосса, протопал, забирай. Я на ком там не вижу. Зиппер подбосса. Слава Реса, Абуля. Давай добьем сейчас после этого. Дайте хим на хп. В следующую сторону, ну, добивайте синдру, там застакайтесь, что хотите делаете. Олег в сторону. Все, притяжка будет, бейте, стойте, просто добивайте. Нет, не зрительно, выйдите. Так. Народьте клык на мой спек. Таргариум. Да, я помню, вы... Так, сейчас. Он выбил все клык на медведя, и я дал челику, где там ныть начали, где это. Тройте покорителя. Так, я сейчас зайду на лука наверняка, да, на личи? Что ты говоришь, кому выбил себе на медведя клык? Я, да, пуга медведя. Да, один пуга с вида. Протопал какой-то начался, типа вот и типа ебать. А я обычный. Обычные печеньки, не по. Кому там печеньки обычные? Ну да, есть там обычные печеньки. Забери какой будет. Покоритель Уси. Поворотить Уси. Шамана я ему так кинул, просто порейду. Подходить. Сидите на чатах, так тебе все будет. Сейчас я на лока зайду. Не заходи. Ладно, на какой мувик-то я что-то не понял. Да там любой, смотри, открывай. Любой подойдет. Да какой я должен увидеть-то? Я не понял. Мой, да. Как не нужно играть? Типа World of Warcraft? Наоборот. Либо если бы я начинал играть и увидел бы Войда, я бы, наверное, уже бы World of Warcraft бы не играл. Я вдохновил приз такой раньше, был селиться, он вот он ебашил пиздец, и я захотел еще по пристом поиграть. Так, ставьте шкаф, там сейчас лук сойдет. Этот куб у Васи можешь обратно в ДС пикаться. Блин, что за... Ага, спасибо. Слушай, а на Ачиву он опускает? Можно будет зайти на Ачиву или он не пустит сюда? Ну, пустит, если ты здесь офнешься. А если я возьму тут офнусь, я зайду локом, а потом, когда будет фаза, зайду опять. Что будет? Или не можно? Нельзя так. Туда на фазе нет, могут забанить. А после убийства можно. Ну, в смысле, во время ивента. Балут ты не получишь в любом случае. Да я хотел ачиву получить просто. Да зачем она тебе? Че она тебе даст? Ебать, ладно, раньше заводили на этого, на анбаф. Раньше до сих пор. Так, работает что ли? Сейчас поставьте портал Долорант, сейчас я локом зайду. Уже не знаю. Чем? Я не помню, когда последний раз анбаф купили. Это редкая игра. Это... Меня вообще, да, хуёво слышно, просто не с ноутбука? Да нет, нормально всё. Я же думаю, лок тут понадобится или нет? Понадобится. Я бы сказал, ДК здесь твой не нужен. Не надо. Он нужен всегда. Так, ладно, давайте пока чек на ФК там по станам расскажу. Давайте все. Тут Маковей, первая волна печенька. Псих, первая волна ромби, герцогиня, первая волна трусы.
Как огурчик, вторая волна печенька, слава, вторая волна ромбик, монарх, вторая волна трусы. Ну, если средняя, кто будет улетать, может там все трусы станет. Или рога, может там кто улетать, смотри, как его станет. Там уже швой этот, блин, Мишка, он станет, может, каждую вальку. Да нет, по-моему, раз в минуту тоже. Слышишь, тот, вот просто послушай, я никогда не улетаю на вальках, ты это понимаешь? Я все могу стать волны. Любую печеньку, ромбик, треугольник. Все. Ну ладно, будешь станет, кого улетать будет. Все три может станет. Так, так это сказал, как будто ты с одного размаха всех. Так, давайте все тут дайте фулбаф по локам, дайте каску, все обновите, короче, кроме пристабафа. Это будет смешно, когда у танку будет у нас. Так, друиды, слава. Залежь, кому там, кто будет ваны просить, на перекопке когда-нибудь лично танчить. Червячок мне, Мазур, Уси зальешь. Ну а слава, наверное, как огурчик зальешь, или Абулю. Не знаю, смотри, кто по мане сядет. Там в комнате уже в первой. Давайте чек на фул, я подеставлю. Ставите лапку, рыбу, я пока сейчас запущу, все тут. Ты куда поставьте это 8 минут? Все, сейчас запустил, там дайте рыбу, лапку. Есть рыба. Похода нету. А сколько берса у лича длится? Не точно? Может больше? Сама берса, знаете, или до берсы? Это когда вот это после 15 минут босс впадает в берсе. Час? Полчаса. Так, знаешь? Ладно, соберитесь, охотник, на второй, когда второй шаркающий выйдет, будешь второго шаркающего диспарить. Ну, а ромбик я на него поставлю, а первого можешь пока дать диспарить. Знаете, нам надо новый мувик записать, где мы убиваем лича после 29 минут берсы. У нас только паладинов нету. Интересная мысль. Давайте, отойдите от лича, бой начинается 2 секунды, давайте, если вайп, то это 20 минут времени, потраченных зря. Резать никого не будем, повороте дальше на второй фазе СС на Войда, Меган дальше на Протопала, на Герцогине. Меган Фокс. Давайте РДД. РДД в печеньке стоим. Смотрим, чума сейчас будет, 2 секунды, готовьтесь. Псих. Смотрим, ловушка сейчас будет. РД, мирики проходите тоже. Блин, кто там чему дисплеить? Не надо дисплеить, кроме меня, она ушла первая. На трэше чума. Да, вот эта чума забрал, молодец. Еще заново забери. Мирики, мирики. Мирики. Зиппер выноси. Зиппер. Не ломитесь, стадо залечу. Мирики, мирики. РД проходим, тоже звездочку становимся, смотрим. Протопал сейчас второй шарк еще вылазит. Так, охотник, иступление будешь с ромбика снимать, РДД, рисогиня. Так, чума 2 секунды, смотрим, чуму вынести обязательно. Мазур. Три, быстрее, быстрее. Йоу. ДК, веди, черт, Слава, веди к нам. Протопал, можешь на край уходить. Так, как огурчик, давай каплю на протопала. За трэша мало собрал. Червячок, резь зипера быстрее. Так, смотрим, ловушка сейчас будет еще одна, резь листовая быстрее. РДД. Герцогиня, дайте каплю, Уси выноси, Уси. Псих, дай каплю на протопала. Давайте, на край все ушли. Набирайте ренжу между собой. Че это? Меня дух убил, можно рез? Так. Мазур, снешь Рочестера. Дайте каплю на протопала, остальные паладины.
Мазер, Рочестер, да. Протопал, когда пропадут шарковищи, заберешь. Отожмите кнопку. Раз. Потом риснешь слава психа. Повару, каску, лапу, Кристобал. Лапу я дохожу. Забуль, дай гимна ману. Гимн разрывайте своим шаманом. Все, протопал, там заберешь трэш и слава риснешь. Наберите режу между собой, вас пробивает сильно. Все, протопал, забирай быстрее от гневного. Забирай, сферка летит, сферу убейте. Слава, забирай, риснее психа, вставай быстро. Быстро. Агро. Давайте все становимся. В квадрат становимся. Давайте все в квадрат стали. Там добьется. Давайте в квадрат станем, даем. Так, сливайте. Две валькирии в центре сливайте. Раз, два, дуголома. Так, давайте, смотрим, милики, оскорнение. Скажу, когда выйти из-под валькиры. Все, вышли из-под валькиры, оскорнение. Ксанж, вышли от него. Так, давайте добили, идем в центр. Давайте в квадрат стали. Ровно. Скажу, осквернение надо будет выйти. Надо будет разбежаться прям в сторону. И скажу, кого бить, если что. Давайте в квадрат стали. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Все, вышли с центра, вышли. Давайте, сливай, мазу расклинение, сливайте две валькиры, три валькиры сливайте. Ромбик последнюю. Все три сливайте, давайте, быстрее. Играйте ромбик, трусы играйте. Ромбик, трусы. Так, хилы от Д на ренжу, оскорбление сейчас будет, милики скажу, когда выйти. Стой, веди, стой на краю. Так, давайте, милики, вышли, оскорбление. Вышли, милики. Повороте, идем все на центр. Давайте все в квадратик становимся, будем сюда лететь. Давайте, сливайте, все три сливайте. Блять, опять Валька схватила. Давайте, играйте по валькирам, рещи. Уголь. Вышли, осквернение. Осквернение. Вышли из-под валькир. Добивайте трусы. Лудо дев трусы, я не приз, молодец. Беди на центр. Измалывай. Давай, веди. Все четко становимся в квадрат, чтобы лететь на эту сторону. Давайте валькир встанем и сливаем. Так, давайте сливайте, вышли с центра. Вышли с центра, там скринение сейчас будет, вышли, разнеслись. Рочестер. Играйте две валькиры. Давайте две валькиры быстрее. Печеньку, ромбик. Стоим на крае, будет фаза. А хилы АПД наберите ножу, там оскорнение уже будет. Так, давайте, бейте. Милики вышли, оскорнение. Разошлись. Смотрим, на ком уже будет. Все, на край все ушли, фаза. Набирайте между собой сразу рейнджу сейчас. Престы, ханты по сверкам играйте. Играйте в духа, который с меткой, в печеньку играйте. Так, Уси, давай гимна ману, если есть Альпич, гимна ману ставь. Точнее, Пуи. Играйте по сферам, старого духа пока бейте. Все, можете снова переключиться в печеньку. Давайте сюда бьем духа, который с меточкой. Давайте старого добивайте, поймали. Все, играйте через нового духа, в новую печеньку играйте.
Давайте старого добивайте пока. Все, можете в нового переключиться. Сфера, летит, забейте сферу. Сфера. Добивайте старого духа, все, добили, молодцы. Идем в комнате за печенькой. Давайте, я молчу, вы идете во мне, я хилю. Даю суперхол, да? Да, да. Головное, не оставайтесь. Бежим за угол прям. Видишь эту надпись, Адепт? Вань. Не знаю. Давайте бежим. Проходим быстро. Бежим. Давайте выход и будем все духа бить. Давайте. Все в духа играйте. Психоскренение. Не прыгайте. Я отпустил их. Веди Ильича к центру, добивайте гневного духа, только отверни его от вида. Все, веди гневного духа. Давайте, все в центр ушли, короче, к этому, к трону ушли. За Ильичом прячемся. Вильферис, давай гимноману. Вильфернус. Так, мирики, осквернения. Есть там у кого-то гимноману? Посмотрите. Поставили, давайте тотем поставил. Прячьте за речом. Види, к трону сейчас будет комната, не стойте там под духами. Ты бейте взрывом разума. У нас, кажется, один реплик, да? Вроде. Ладно, бейте. А, не, подожди. А, да, один реплик. Давайте после комнаты все к порталу идем. Дом Лича приведу, сразу к порталу идите, чтобы не сдохли. Давайте все к порталу, осквернение... Прист, я не прист. Все, веди к порталу. Прячьте за медведем, за речом. Протопал хлопает. Камберы откатились у кого-нибудь? Там локи создайте, как я говорил. Вроде бы не откатились. Все, веди к трону. Так, смотрим, лужа сейчас будет 2 секунды, милики там вышли из-под Лича. Я не прист. Все, прячемся за Личом, став никуда не веди его, тут сейчас будет комната. Тухи, комната. Стойте, бейте. Стой, не веди. Блять, не успел так вставать, что за хуйня. А почему хан бедолом умирает? Ну, летел. Его Валька выкинула прям на краю, там чуть не портануло. Бежим, прям резко бежим. Дай сакру. Не вставать, я хилить успеваю и бежать еще. Давайте последняя комната, потом выйдем, будем добивать уже. Давайте после комнаты все к порталу идите и добивайте. Давайте все к порталу, лужа на ком-то усе лужа, и к порталу ведем и добиваем. Не успеем добить, надо будет еще, наверное, к трону вести. Да, веди к трону, успеем. Не успеем. Успеем. Ну,
Ну, стой, стой, 4%, нормально. Стойте, давайте свои бурсты там все, давайте. Ну, сдохнем, так сдохнем. Судьба такая. Мирики оскорнения вышли, вышли оскорнения нормально. Все, молодцы, убили. Да, с первого края. Ты дамаги какие слабые какие-то, либо умер, и то, блядь, ты дамаги. Да, еще было две вальки, сквернение. Праведность. Не знаю. Я больше психа видолома дал, но не упали, да? Тихо, это просто пал, если что, обедолом вообще-то упал на вальфире. Ну, чисто не фартнуло. Просто пал, это не фартнуло. Кто просто пал? Герцогиня. Там псих, я не знаю себе. Печать повиновения у него стоит, в чём речь. Кстати, да, он печать повиновения почему-то нет. Как в вашей гильдии, не? И превращать воинов в пыль. Даркстар гильдия, слышишь, Олег, надо задуматься. Этот мир. Че, пойдем, а раз учину хаоса. А сирот пойдет. Да не знаю же, поздновато. Там игроки нормально есть, то там можно пойти. А так, шивых асхид. Смотрите сами. Я потанчить могу. Кто-то с чата гильдию хочет, могу принять. Ну, монарх, пойдешь к нам? Свет, даруй мне последнее. Раз уж мы тебе шмотку отдали. Дай мне силу. Ебать, такой, тихо, блядь, комик. Раз уж мы тебе шмотку отдали. Ты, я правильно понял, да? Я удаляю спек кота и делаю спек медведя заново, да? Зачем? Буду танчить. Не буду танчить. Где ты? Потому что я ебал. Что указать танчить? Я только 25 норм у меня танчил еще пару раз. Привет, сидели. Ну, раз. Трэш. И босс. Да легко, в принципе, танчится. Я ролю, что второй Терина. Вот там не говорили, пожалуйста. Ну, столько ДК точно не на абсорбе, да? 680 тысяч. Не на хиле. Никак. ДК, блядь, получать меньше, блядь, и всё. Или типа, я так думаю, лучше патч ставить на ловкость. На мой спека, да, кому-то? Нет, там же кап и меткость нужна. Ну, кстати, для сравнения, Слава, ты за БДК получаешь в среднем 5,5 урона. А тут 3,7. А с домейн? Это с чем связано, интересно? Ну, так, это больно мейн. Считай. Не, по войду даже в БДК немного больше получается. Тролльте токену. Да там, по-моему, так же около 30-ки будет. Ты что-то говорил 600к, 408, 436. Кто забирал? Тут БДК тоже забирал. Это гильдию, гильдию собрал уже токен, не помню. Там Боудрайна, по-моему, выиграл, нет? Кто? Боудрайна, вон, 86.
Он уже получал героический токен. А, нет, я не заберу. Я не приз, ты брал покем уже? Нет, нет. Че, его нет? Ролики, конечно. Мои кореша. Мои кореша есть тут в этой вреде, да? Из этих. Руид, ДК, маг. ИВК пойдем. 30 минуток. Ну, давай. Меня на неделе больше не будет, смотрите, так что можно РС-ку убить. Ну там если онлайн будет нормальный в РС-ку, то можно и в РС-ку пойти. Ну, WhatsApp, ты, Олег, я, это уже танки хилы. Край. Стоит. Олег, наверное, пойдем. Антик РС-ку.